Я никогда не сомневался, что многого не знаю, но увидев этот прибор, впервые задумался о значении слова «пистон» и с удивлением узнал, что это не только бумажка с кусочком вертолетовой соли и не то, что начальники прописывают своим подчиненным. Так что представленный в моем видео прибор вполне обоснованно получил свое название. Он создан для того, чтобы решить проблему калибровки микрофонов, то есть привязки выходного напряжения микрофона к реальным уровням звукового давления. Чтобы это сделать, прежде всего нужен источник точного синусоидального звукового давления, чем и является данный прибор. Этот прибор позволяет очень легко и довольно точно перейти расчетным путем от измерений механических размеров к уровням звукового давления. Представленный на видео пистонфон ВП-101А имеет следующие технические характеристики. Постоянный уровень звукового давления от 118 до 126 дБ. Абсолютная погрешность не более 0,3 дБ. Частота создаваемых синусоидальных колебаний от 285 Гц до 315 Гц. Коэффициент нелинейных искажений создаваемых синусоидальных колебаний не более 10%. Конструктивное исполнение в металлическом корпусе. Есть генератор шума для калибровки микрофона. Сзади находится отсек для батарейки. Подсоединив пистонфон с известным уровнем звукового давления к микрофону, мы определим уровень выходного сигнала и, соответственно, рассчитаем чувствительность микрофона. Также мы видим, имеются ли какие-то искажения выходного сигнала, подключив осциллограф либо спектрометр. Также можно проводить калибровку, используя обычный динамик и небольшую камеру из эластичного материала. Создаем в камере звуковое давление и, меняя уровень возбуждения динамика ступенями, ну, например, там по 5, по 10 дБ, убеждаем, что система нашего динамик, измерительный микрофон линейна. И далее уже можно переходить к калибровке любых других микрофонов. Если не требуется высокий уровень звукового давления, можно использовать не динамик, а обычный капсюль наушника. А его вставлять не в камеру, а, например, в сантехнический полипропиленовый тройник. И если диаметр тройника велик по отношению к микрофону, то щели можно замазать чем-то эластичным, тем же пластилином. Ну и в заключение, проверить правомерность использования динамика и эластичной мини-камеры или того же полипропиленового тройника можно путем изменения взаимных положений источника звука и микрофона. Если показания практически не меняются, это признак правомерности их использования. Ну и еще учтите, что желательно, чтобы расстояние между микрофонами и источниками звука были значительно меньше длины волны в воздухе. И самое главное, не надо пытаться получить точность измерения выше плюс-минус 1 дБ. В этом нет смысла. Ухо человека с трудом различает такую разницу. Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго, спасибо за внимание.